прогноз погоды, температурные рекорды, катаклизмы, климатические изменения в мире хоккея. В студии Ольга Аксенич. Здравствуйте. Кирзачи солдату в помощь. Байки-анекдоты от рядового запаса Вячеслава Кулемина. Дембель не девушка, мимо не пройдет. Очередное шоу от бойцов в Витязе. Уволили в запас. Или самые последние аномалии из стана ЦСКА. В четверг страна пережила очередной праздник – День всех мужчин. Ну, так называют 23 февраля в связи со стереотипом, что, мол, полноценными защитниками Отечества могут быть только представители сильного пола. Ну, а мы, женщины, думаем, что главное в армии вовсе не пол, а юмор. Анекдот. Приходит прапорщик домой. Ему жена говорит: у тебя же на трусах помада. На что прапорщик кислой мордой отвечает: да на губе сидел. Рядовой запас Акулемин свое уже отслужил. Чего мы желаем и хоккеистам Атланта. В армии ведь не только шутки шутят, но и драться учат. Тавга и Витязя весь сезон наводили ужас на команды лиги. И, конечно, не могли не отличиться под конец, за что и были традиционно дисквалифицированы. Сыграли, так сказать, свой дембельский аккорд. Не боясь за эту шутку получить. Спрашивает прапорщик настроение: кто вчера из увольнения пьяный пришел? Все молчат. Ну вот, я спрашиваю, кто пришел пьяный? Иванов делает шаг вперед, прапорщик смотрит, не отвечает: пойдешь со мной похмеляться, остальные направо. А как надо утешать мужчин? Подарками, конечно. Мы составили список тематических презентов, которыми жены и девушки хоккеистов могли бы порадовать своих вторых половинок. Игрокам «Атланта» после чеховских ударов в голову не мешало бы подкрепиться. Вот этими шоколадными тавгами «Витязи», например. Впрочем, вся лига была бы не прочь откусить голову Джереми Яблонски, ну или ногу Джона Мирасти. Ой! Чтобы не натирало, геройские портянки в коньки с характерным принтом. Выбор настоящих мужчин СКА. Чтобы если в них Кубок Гагарина выиграют, потом продать подороже, как уже чемпионские. Ткань, портянки, так чтобы не было складок. Перехватываем рукой и резким движением обворачиваем. А вот эта необычная кружка хоккеистам на все случаи жизни. Если холодно, можно согреться горячим чаем, а если обижают на льду, дать сдачи. Покажи, насколько ты крут. И вот это значит ударить. Вот что значит ударить. Ну и, наконец, хит сезона от «Динамо Риги». Это даже круче, чем ароматы трактора и минские чипсы. Семейные трусы с логотипом клуба уже не найти в магазинах. Перед праздником все раскупили. Кстати, у нашей программы тоже есть подарок для вас, дорогие мужчины. Умница и красавица, майор полиции и телеведущая, доктор юридических наук и писатель. Что она знает о мужчинах и о хоккее? Под присягой Ирина Волк. Болею за хоккейный клуб «Динамо», и вы знаете, история эта началась еще давно, тогда, когда был образован хоккейный клуб МВД. Естественно, я как полицейский, тогда еще милиционер, не могла остаться в стороне от клуба хоккейного с такой ведомственной аббревиатурой и всячески поддерживала хоккейный клуб, ходила на матчи, тогда еще в Балашиху. Ну и в последующем, когда хоккейный клуб МВД трансформировался в хоккейный клуб «Динамо Москва», я, естественно, сейчас болею за «Динамо Москву». Нет, конечно, меня можно увидеть на трибунах вместе с болельщиками. Совсем недавно мне подарили свитер, 77-й номер с моей фамилией. Это такая гордость для меня, поэтому я его одеваю и болею. Наверное, я хотела бы ответить на этот вопрос не как полицейский, а как хоккейная болельщица. Подчеркиваю это. Но это, наверное, не драки некие на льду, а это, наверное, спортивные какие-то такие состязания, на мой взгляд, которые возникают вследствие нарушений игры. Мне кажется, что если их убрать, допустим, то, наверное, болельщикам будет сложно воспринимать хоккей, потому что к этому уже все привыкли. Если отвечать вообще, если говорить вообще за соблюдение закона, уже не относительно к хоккейным дракам, да, которые происходят на льду, именно с
спортсменов, то, конечно, я считаю, что абсолютно все равны перед законом, и все должны отвечать независимо от известности, спортивных регалий, каких-то достижений. Наоборот, спортсмены – люди публичные, и, естественно, за их жизнью следят тысячи, миллионы игроков, болельщиков. Поэтому они, естественно, должны соблюдать закон, должны следить за тем, что они говорят, что они делают, и так далее, и так далее. Конечно, не миновала, сдавала все, что было положено в Академии МВД, когда училась, но оценки были всегда 4-5, 4-5. Сейчас уже, наверное, не вспомню, что было по бегу, например, что было по рукопашному бою, но оценки были хорошие. Знаете ли вы, что 23 февраля – это день, когда запатентовали игру в теннис, дизельную установку, а также впервые получили металл плутоний? Нет? Тогда смотрите «Аномалию» от Олега Ундры. «Аномалию» смотрите, но без Олега Ундры. Текст парень написал, да вот голос сорвал. Давай, давай, давай! Коней на переправе, как оказалось, меняют. Юлиус Шуплер не будет руководить армейцами в предстоящем плей-офф. И есть предположение, что и после плей-офф он вряд ли вернется. 39 матчей в КХЛ провел в ранге армейского жокея словацкий коуч. Честно говоря, почему пан, который пропал, больше не будет рулить красно-синей каретой, не очень понятно. Например, в прошлом году команда и на пушечный выстрел не подобралась к участию в Гагаринском кубке. Рубрика «Аномальная жара» создана не для того, чтобы раскрывать скандалы, интриги и расследования. Поэтому мы вам и предлагаем вот таким образом проводить тренера из ЦСКА. Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука. Давай, 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 эй! Да, Куляш, ну ты Куляш. Просто человек раз в две недели забрасывает шайбы с центра площадки. Или вообще из своей зоны. Так последний раз Борис пострадал. Теперь вот в торпедо. Торпеда от Дениса прилетела. А ворота защищал Пекка Туоккола. Этот парень тоже марку держит. Не прошло и месяца, как Финн получил похожий гол от рижского «Динамо». Скандинавские киперы в этом сезоне чудят. Подвиги Эрсберга наверняка все помнят. Редакция нашей рубрики на днях с вратарем футбольным встречалась, Акинфеевым Игорем. Он тяжесть хоккейного вратарского ремесла понимает. Коллеги, можно сказать. Я бы не рискнул ставить в хоккей ворота. Если бы меня со скоростью 150 км в час щелкнули шайбы, я бы точно убежал бы с ворот. Я бы не стал бы лагерь даже там. Давай! Русские классики «Сокол» и «Локомотив» сыграли в русскую классику. 20-градусный мороз, 16 тысяч зрителей и даже шашлыки на поступах к арене «Север». Короче говоря, все это действительно очень по-русски. Матч выиграл новый «Локомотив», и это, честно говоря, удивило намного меньше, чем уход Шуплера. Так как «Сокол» к выходу в эфир нашей передачи пропустил 171 шайбу в 50 играх. Но вернемся к морозному воздуху Красноярска. Русская классика в этом понимании бывает разной, не только хоккейной. Только одна такая классическая зимняя страна на планете. Когда служил, проходил я службу в армии, был у нас несколько забавных историй. Приходили к 9 утра, отмечались, нас заставляли выкидывать мусор, таскали такой огромный бак. Вот. Первые два месяца все было хорошо, но потом колеса отвалились у этого бака. Как нас было человек 7-8, мы его еле поднимали, ну, было очень тяжело. И где-то около метров 700, наверное, мы тащили его по асфальту, вот, туда и обратно. Но это еще ничего. Заставляли нас красить деревья. В ЦСКА все деревья, которые вы видели, покрашены были мной. Вот. Потом я до двух служил в армии, обедал, ехал на игру за вторую команду играть в плей-офф. Теперь о погоде. Она будет как никогда по-мужски суровой. Магнитогорск накроет уфимский циклон. Магнитка и Салават проведут репетицию перед плей-офф. 4-1, местами осадки 3-2. В Екатеринбурге метель. Автомобилист постарается закончить сезон на победной ноте. 6-4, местами 5-3. Вот такой прогноз. Но не забывайте, метеорологи иногда тоже ошибаются. Хорошей вам хоккейной погоды. До встречи. С 23 февраля у всех. ЦСКА чемпион.